Наворовали на 500 000. В Саратове задержаны трое подозреваемых в серии краж из крупных сетевых магазинов города. Они приехали из Москвы и снимали квартиру в Заводском районе. Первой точкой, куда они отправились, стал торговый центр на Зарубино, откуда они похитили 8 фотоаппаратов. На следующий день они посетили 2 гипермаркета, где украли дорогостоящий алкоголь. Там же они похитили несколько сотовых телефонов, игровых приставок и фотоаппаратов. Общий ущерб от их действий составил 500 000 рублей. Оперативники задержали 2 мужчин и одну женщину. По версии следствия, они специально приехали в Саратов для совершения краж. Установлено, что подозреваемые как минимум 2 раза посещали крупные сетевые магазины города. Там они складывали похищенное с витрины имущество в тележку, после чего накрывали ковриками и вывозили на улицу к своему автомобилю. Роль одного из подозреваемых была в том, чтобы в момент похищения поблизости не было охранников магазина.